Я тут решила обновить свой, так сказать, вот, одеяло, решила новые купить, подушки. Так не разберешься, что убрать в магазинах, и цены кусают. Я тебе сейчас посоветую. Вот к сезону очень хороша верблюжья шерсть. Сейчас сезон такой вот, ну никак не устаканится вот теплая погода, да? Вот этот демисезонный период мы сложно переживаем в этом году в России. Май почему-то холодный. Поэтому верблюд придется как нельзя кстати. Сейчас, более того, это одеяло облегченное, поэтому хорошо будет к теплому периоду. Будет нас защищать, будет давать нам комфортное сухое тепло, гигиену спальни, и в то же время мы не будем перегреваться. Но мы, я так понимаю, это полный комплект, Ариш? Ну, конечно, сегодня мы получаем целый комплект для сна под названием «Верблюд». Поэтому у вас сегодня есть уникальный шанс сделать свой первый заказ и остаться очень довольной от сегодняшнего шопинга в нашей уютной рубрике. Мягкое одеяло, 999 рублей. Сегодня у нас есть размер, Юль, смотри, полутораспальная, двухспальная, евро, плюс мы получаем две подушки, 50 на 70, да, и 70 на 70. Да, как комплектовать, подскажут в колл-центре наши операторы. 6 вариантов комплектации. Минимальный комплект – это полутораспальное одеяло, так, и подушечка евростандарта 50 на 70. Угу. Вы можете две подушки в свой комплект положить, можете одну. Как вам нравится, комплектуйте сами. Как это все соединить, операторы вам обязательно подскажут. В обычные дни комплект для сна «Верблюд» пользуется огромной популярностью. Ну а сегодня, когда у нас 999, так это вообще настоящий подарок. Звонки абсолютно бесплатные. Вы ничем не рискуете, просто наберите наш бесплатный телефон, и вам ответит оператор. Вы сделаете свой заказ, а оплата будет только при получении. Юль, ну давай же разбираться скорее, потому что я вот тоже люблю даже летом укрываться одеялом. Конечно, а не просто простым. Да, но летнее одеяло все-таки к сезону, к теплому, не должно быть тяжелым. Именно поэтому я вам предлагаю облегченное, всесезонное одеяло, отлично держащее термобаланс. Верблюжье шерсть обладает прекрасным свойством терморегуляции. Поэтому ни жарко и ни холодно. Такой комплект мы можем использовать не только летом, но и в прохладные сезоны. То есть круглый год оно пылится у вас не будет в шкафчике, вы его даже на зиму не будете убирать. Вот просто вот вспомните мои слова, когда будете пользоваться даже и зимой. То есть это комплект на весь год. Но мне очень нравится, что это сразу одеяло и подушки. Так. Это здорово. Обновлять спальню я вам рекомендую целиком. Потому что одинаковый наполнитель создает правильный микроклимат в постели, успокаивает и снимает усталость, улучшает кровообращение, то есть очень хорошо влияет благотворно на организм. Верблюжья шерсть создает эффект сухого тепла, прогревает суставчики, все хорошо. Ну, верблюжьей шерстью лечимся, пояса, да, всякие, конечно, варежки из верблюжьей шерсти, это известный спокон веков. То есть мы сегодня не только экономим на цене 999 рублей, мы сегодня еще и получаем здоровье. А здоровый сон, как вы знаете, это, конечно, залог нашего хорошего настроения. Юль, скажи, пожалуйста, ты сказала, не будет пылиться. Да. А вот если все-таки запылиться, что будем делать? Мы постираем. Постираем в стиральной машинке. Одеяло простегано. Причем, обратите внимание, мелкосегментной стежкой. Mm-hmm. Обычно бывает, да, вот так крест-накрест могут прострочить. В данном случае, давайте посмотрим. Мы видим с вами это на экране, да, хорошо. Мелкосегментная стежка. Каждый в кармашике, наполнитель, каждый в своем, как в конвертике. Поэтому не перебегает, бугра не идет, структура сохраняется. Вы сегодня получаете целый комплект. Вы получаете не только отличную цену сегодня, 999 рублей, вы получаете здоровый сон, потому что наполнитель здесь верблюжья шерсть. А это значит, что у вас будет отличное настроение, здоровый сон, он такой. Здоровый сон, давай, вот я хочу больше о здоровье поговорить, потому что вот опять же, возвращаясь к демисезонному периоду, давайте мы все-таки эти 8 часов сна будем использовать для профилактики здоровья и вообще для его укрепления. Да? Верблюжью шерсть можно назвать смело помощником в деле гигиены спальни и вообще таким личным терапевтом, потому что в верблюжьей шерсти содержится уникальный животный воск ланолин, который не вымывается даже при производстве. 50% животного воска ланолина остается. Он нейтрализует бактерии. Он не дает волокну, нет статики. То есть он не запыляется волокно за счет этого. Даже от радиации оно, какие-то лучи даже отражает. Я не знаю, нужно нам это дома или нет, но даже так действует верблюжья шерсть. Поэтому она целебная. Очень хорошо, что она и в подушках, и в одеялах. Вот это здорово! Целый комплект для сна за 999 рублей. У нас заказывают целыми комплектами. Набирайте наш бесплатный телефон. Звоните, оплата будет при
получения. А лучше всего собирайте сегодня готовые образы и готовые комплекты и экономьте на доставке, ведь она бесплатна для вас. От суммы заказа 4990 рублей. Юль, ну я смотрю, ты уже перешла на подушку и хочешь рассказать об ее целебных свойствах. Да, подушка двухкамерная, двухобъемная. Вы спросите, где здесь верблюжья шерсть и зачем она нам нужна? Верблюжья шерсть вот здесь в подстежечке. Ее немного, а именно достаточное количество. Для того, чтобы не перегревалась щечка шея, да, чтобы ничего не потело, но при этом, чтобы была железная заслонка от микробов. Потому что влагу мы теряем, в ткани она впитывается. Вот чтобы микробная среда не развивалась, подстежка есть из верблюжьей шерсти. То есть это гигиена и это забота о вашем здоровье. Основной наполнитель – современный силиконизированный наполнитель Холофайбер, который тоже является гипоаллергеном. Набирайте телефон, не упустите возможность заказать сегодня бестселлер за 999 рублей. Ведь это целый комплект. Это и одеяло, и подушки. Посмотрите, и это верблюжья шерсть, а значит здоровье вашего спального места. А это значит, что вы можете стирать одеяло, и это значит, что верблюд будет нас защищать не только в одеяле, но и в подушках. Вы же слышали, Юля сказала, у нас двухкамерные подушки. Правильно, Юля? Совершенно верно. И мне очень нравится, что они идеально держат форму. Да, не каждый наполнитель это может. Это плюс огромный. Во-первых, подушки не деформируются при хранении. Подушки отлично поддерживают шейный отдел позвоночника, создавая тот правильный, вот так ложимся, валик под шеей. Тот, который мы ищем в ортопедических подушках. Здесь он создается естественным путем. Мы ложимся, получается идеальная поддержка. А это значит, не нарушен кровоток. Это значит, никакого храпа, расслабляется голова, расслабляется вот зона декольте. Да, то есть мы полностью отдыхаем. То есть положение головы должно быть правильным во время сна. За это радеют все медики. И всегда говорят, выбирайте свою правильную подушку. Вот как вы спите? Давайте мы посмотрим с вами. Голова, если заломан позвоночник в шейном отделе, это все, мы с вами знаем. Это возможность, я не знаю, что такое происходит утром, да, когда мы вот плохо выспимся. Это значит, мы хотим бежать к массажисту, мы в плохом настроении, подушка должна быть правильной, положение головы должно быть правильным, выпрямлен должен быть позвоночник. Подушка должна поддерживать. Сейчас посмотрим, может ли это наша подушка из комплекта верблюд. Как тебя, Риша? А давайте посмотрим, конечно, как правильно лежит моя голова. Я не упустила возможности полежать прямо в прямом эфире. Ну что же, посмотрите. Прекрасное решение. На самом деле, Юль, знаешь, что мне нравится? Что эта подушка в одно же время и мягкая, и упругая. Да, вот мне тоже, я тоже оценила, что наполнителей здесь достаточное количество. То есть вы не проваливаетесь вот так до матраса, да? Да. Это огромный плюс. Да, и высоты хватает именно для поддержки. Вот чтобы расслаблялась вся зона декольте, лобной, височной части, чтобы правильно шел кровоток, выбирайте подушку правильной степени упругости.